Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 3 января 2020 года. У нас пытается выйти солнце, но что-то тучи ему не дают выйти. У нас сегодня тепло, но ветер, конечно, холодный. Вот мы вышли все на улицу, ко мне приехали дети. Это только первая партия. Сейчас ждем еще две партии, семью Любы, это моя дочь, и семью Даши, тоже моя дочь. А вчерашние гости, которые приехали, сегодня уже вливаются в работу и колят дрова. Это мой сын Юра. Помахай, Юра, ручкой. Юра. Привет. Вот. И Матвей, это мой внук. Ему 16 лет. И вот он проходит обучение у нас, как колоть дрова. Вот, видите, немножко получается. Так что к концу каникул он уже научится дрова колоть как следует. Я очень сомневаюсь. Да. Чтобы было чем заняться, мы каждый год покупаем большой лесовоз дров и ждем гостей. Они приезжают на каникулы обязательно, на новогодние, и помогают родителям подготовке дров на зиму. Тем самым находится время для отдыха и для работы. Конечно, сейчас погода такая, что солнца, что снега нет. Это не очень хорошо, потому что обычно мы ходим на озеро, на рыбалку. Но, конечно, лед на озере стоит, но, так сказать, что рыбаков не очень много. Ну, мы, может быть, завтра сходим на озеро и посмотрим, что там делается. Вот, посмотрите, какая у нас погода. Солнышко. Пожалуй, это первое солнце, наверное, за всю зиму. И, конечно, нас это радует. Но настоящей зимы, конечно, мы еще не видели. Детям на санках не покататься, на лыжах. Так что зима это не настоящая. Ну вот и все, что я хотела вам сегодня сказать. Это мой муж. Познакомьтесь, Евгений Павлович. Он, пожалуй, впервые на видео на экране. Будем надеяться, что он будет мне в дальнейшем помогать снимать видео. Пришел тоже помогать детям колоть дрова. Вот такой колун мы купили большой. Говорят, что он очень удобный. Дрова у нас есть очень крупные и обыкновенным. Вот как. Видите, посмотрите, колется. О. Так что у кого такие же дрова, то покупайте такой большой колун. Ветер, конечно, сильный. То вроде ветра нету, то завывает ветрюга.
Матвей, конечно, колет маленькие дровинки. Ну, или маленькие надо кому-то колоть. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Смотрите видео до конца, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, смотрите рекламу на канале. До свидания. С вами была Ольга.